Теперь давай говори. Люди ждут. Да. Всем привет, я Дания Кинесова. Только что в студии мы сняли мое очередное выступление, и на этот раз я пела патриотичную песню «Казах еле осындай». Эта песня воодушевляет и настраивает на позитивный лад. Она все такая энергичная, сильная и мощная, так скажем. Мне было очень Сложно работать над сложно, ней. да, работать над ней, над различными фишками. Что ж, думаю, получится неплохо. Посмотрите и А оцените. вдруг плохо? Значит, будем работать дальше, чтобы ее переснять получше. А зачем переснять? Все, Ну сняли, ты что? попала. Мне 20 раз не Попала? переснимаю. Ну ладно, ничего страшного. На зрителя оценят, да? Да. Помаши ручкой зрителю. Покажи свои сережки красиво. А, да. Мне эти сережки Эти казахские сережки. подарили Вот на так вот. Наурыз. Ну-ка. О, отлично. Вот такие сережки, видимо, классно будет песня.